meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. 149-й день, как я участвую в движении Донбасса. Если война это гонки, то тут ебать какая длинная трасса. Сижу, блин, даже с пацанами, которые скидывают М на головы пидорам. 10 кило летит норы, пацаны, ну без обиды там. Кацапам надо травить газом и рвать их, блять, без презика. Дразним их салом, поляныться и словом Америка. На западные слова у них тупо ломается шкала триггера. Поэтому I fucking your mom, вонючие недонигеры. Хотите быть современными людьми и свою культуру прославить, но Украина сделает так, что вам придется очко ваше да подросла. Ведь знаете, в чем разница между луком и обычным кацапом? Когда я резал лук, я хоть чуть-чуть, но плакал. А ребус по окопам в нью-балансах шароебится. Командир спалил мой лук с вопросом: шо тут, блять, коится? Быстро поставил на лопату ребус, 8 дней делал арбайтен. Все справедливо, теперь бегаю в берцах, вроде как с лайтом. А раньше я отбирал, я воровал и не учился в школе. Знала бы училка, какой задницей окажется ребус, не ставила бы двойки. Ухилянт нагнал себе в ТикТоке то, что он крутой и смелый. Но по делу и по факту он даже не Саша Белый. Привожу примеры вам на сериале, чисто для дебилов. Могут стрелять по мне, но пули летели мимо. Кацапьёвым, да хуя еще, да хоть какой-то армии мира. Но пока мы все здесь стоим, завалим вас красиво. Таскаю с собой фотик, чисто для фото в BBC. Дурные головы летают по Донбассу в шмоте GBC. Шмот вообще в респекте, скажу вам, пацаны, я дякую. Вы сделали подгон для мене, я був честно в ахуе. Отработали стрелковым по окопу, это еще не вечер. Нож нужен для того, чтобы колоть кацапа прямо в печь. Оттачивая мастерство боя, воины живут вечно. Всем нашим ребятам по привету, да и закончить нечем.